Стой. Руки вверх. Ты в чей дом забрался? Отвечай. Не знаю. Ты что, не слыхал про Верещагина? Дожил. Было время, в этих краях каждая собака меня знала. Вот так держал. Сейчас забыли. Родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой. Мне в смерти повезет в любви. Эй, хозяин, прикурить есть? Ты что? Это товарищ Сухов. Сухов, говоришь? Сейчас мы поглядим, какой это Сухов. Держи. Заходи. Павлинов видел? Видел. Можно их сменял. Мундир-то. Петруха. Я не пью. Правильно. Я вот тоже сейчас это допью и прошу. Пей. Садись. Уж больно мне твой Петруха по душе. Пулемет дашь? Абдулу ждешь?
Жду. Вот что, Сухов. Была у меня таможня. Были контрабандисты. Сейчас таможни нет, контрабандистов нет. В общем, у меня с Абдулой мир. Мне все едино, что белые, что красные, что Абдула, что ты. Вот ежели бы я с тобой пошел, тогда другое дело. Ну, в чем же дело? Пошли. Пошли. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята. Назад. Ты что говорил? Ты какие клятвы давал? Сдурел на старости лет. Настасья. Мало тебе, окаянный, что ты молодость мою погубил. А сейчас и вовсе вдовой сделать хочешь. Павлины, говоришь? А вас кто сюда звал? Благородие. Чужебина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет. Любви, ваше благородие, госпожа, победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте. Я там думаю. У нас нет гранат, а у тебя мы знаем запас. Прекрати дурацкую песню! Повезет в любви. И встать, когда с тобой разговаривает подпоручик! У него не той системы. Да!
Опять ты мне эту игру поставила. Не могу я ее каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба достала. Господи, да где же его теперь найдешь-то? Съешь, ведь опять не закусывал. Что нынче страх в поселке, из дома никто нос не кажет. Ревкома уполномоченный-то с милиционером все еще в центре не вернулись. А этот рыжий, что к нам приходил, самого Абдулу будто поймал. Не к добру это. Господи. Ты-то хоть не задирайся, не встревай. Ведь будет с тебя, свою отвоевал. Иди от них. Хоть беги. Те гранаты, эти пули. Давненько тебя не видел, Абдулла. Давно. Ты все кочуешь? Стреляешь? Старый стал, ленивый. А помнишь, какой я был? Были времена. А что это? Люди твои. Никак запалить, что хотят? Да вот забрался один приятель, а не выходит. Федор, Петруха с тобой? Убили Петруху, Павел Артемич. Зарезал Абдулла. Паша! Иди, иди! Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Ну и потратился, подумаешь. Зато муки достала. Нынче борща сготовлю, лепешку напеку. Хоть с отрубями, а все ж таки хлеб. Засиделись, ну что это? Вот уполномоченный из центра вернется, и мы первым же баркасом в Астрахань пойдем. Могилку, сыночка, поправить пора, уж заросла, ведь поди совсем. Ну кто за ней смотрит? И в церковь почитай второй год, как не были. Грех ли? А рубах надеешь с вышивкой. Я как тебя в этой рубахе увижу, так сразу все в памяти встает. И как старик, старик. Паш, а ты пароход князь Таврический помнишь? А в Казани на ярмарке-то? Как ты этого ждал, капитан? Абдулла, немного ли товару взял? И все поди беспошлинно. Так нет же никого в таможне. Кому платить неизвестно. Хочешь, мы заплатим золотом. Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Аристарх, договорись с таможней. Ушел.
Ну что, таможня, очухался? Абдулла, таможня дает добро. Перешагин, уходи с Баркасов! Отдай. Помойтесь, ребята. Не заводи машину! Сейчас подойдем поближе, Федор Иванович. Сорвешься! Стой! Ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.